У ефіры праграма «Навіны рэгіёнаў», студыя Алена Мелішчанкова. Вітаю вас сёння ў выпуску. Супрацоўніцтва ў спорце паміж рэгіёнамі абмеркавалі на сумесным пасяджэнні спартыўных ведамстваў Беларусі і Расіі. Гарадскі суботнік у Магілёве пройдзе 8 красавіка. У сусветны дзень здароўя маштабная ранішняя зарадка прайшла на Магілёўшчыне. Пра гэта не толькі далей у праграме. Агульная гістарычная і гераічная памяць аб'ядноўвае народы Беларусі і Расіі. У такім меркаванні сыходзяцца прадстаўнікі міністэрстваў спорту і турызму Беларусі і Расіі. Удзельнікі сумеснай калегіі наведвалі мемарыялы Магілёўшчыны. Другі дзень візіта дэлегацыі Міністэрства спорту Расійскай Федэрацыі на Магілёўшчыну пачаўся з ускладання кветак да вечнага агню на плошчы Славы. Цэнтрам мемарыяльнага ансамбля плошчы стаў комплекс змагарам за савецкую ўладу. Бронзавая скульптура ў выглядзе жаночай фігуры сімвалізуе перамогу. Вечны агонь – сімвал памяці народа аб загінуўшых героях. Беларусь і Расія маюць намер пашыраць супрацоўніцтва ў спорце паміж рэгіёнамі. Пра гэта ў Магілёве заявіў міністр спорту і турызму Беларусі Сяргій Кавальчук на сумесным пасяджэнні спартыўных ведамстваў Беларусі і Расіі. Сусветны спорт зараз дае трэшчыну па шматлікіх накірунках, заўважыў міністр спорту і турызму Беларусі Сяргій Кавальчук. Мы працуем у няпростых умовах і ў няпросты час. Таму важна развіваць свой спорт. Толькі разам мы можам пераадолець выклікі і рэалізаваць магчымасці, што зараз адкрываюцца. Глядя на ситуацию, складывающуюся в мире спорта, мы сегодня приняли ряд решений об значительном увеличении количества спортивных мероприятий. И мы уже в этот год, на 2023, спланировали порядка 800 совместных мероприятий. Поэтому это один из элементов. Второй элемент – это развитие по линии направления федерации. Третий – это студенческий спорт. Четвертое – развитие регионов. Мы также обсуждали проведение вторых игр стран СНГ. Очень важный международный проект – открытый проект, и я надеюсь, я уверен абсолютно, что он еще раз подарит возможность всем, кто приедет, познакомиться и с богатством Республики Беларусь, культуры, исторических ценностей и, как всегда, будет самый высокий профессиональный уровень организации соревнований. Другие гульни краин СНД пройдут у 11 населенных пунктах Беларуси. Принято решение формат сделать открытым, запросить спортсменов с Китайской Народной Республики, с других держав. Открытый формат будет и на международном фестивале студентского спорта, что пройдет у Екатеринбурге. Мы активно взаимодействуем в плане импортозамещения. В Беларуси очень много интересных новых направлений, связанных и с одеждой, и обуви, производство обуви, инвентаря, оборудования. В Российской Федерации также многие компании сейчас активизировались. Мы не исключаем участие наших спортсменов в международных стартах и активно этому содействуем. Мы поддерживаемся принципа «спорт вне политики» и стараемся принимать самое активное участие для того, чтобы обеспечить участие наших и спортсменов, и тренеров, и специалистов во всех международных стартах и соревнованиях. Мы не выходили из каких международных организаций, мы продолжаем активно проводить эти направления. Па выніках пасяджэння падпісалі тры дакументы. Рашэнне сумеснага пасяджэння калегі, календарны план правядзення сумесных мерапрыемстваў і вучэбна-трэніровачных збораў на спартыўных базах абедзвюх дзяржаў і пералік сумесных фізкультурных і спартыўна-масавых мерапрыемстваў. Татьяна Сергейчык, Юрый Овласоў, Навіны рэгіёна. Адна са старэйшых спецыялізаваных ВНУ ў Беларусі, Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў, адзначае 75-годдзе. Сярод яго выпускнікоў – генералы і кіраўнікі сілавых ведамстваў. І сёння інстытут застаецца вядучай ВНУ ў Беларусі па падрыхтоўцы кадру з вышэйшай юрыдычнай адукацыяй. От специальной школы транспортной милиции, высшейшего колледжу и, нарэшце, высшейшей навучальной установы Института Министерства внутренних справ. 75 год. Тут неизменно рыхтуют высококлассных специалистов для органов внутренних справ. Институт МВД – это моя альма-матер. Очень давно я закончила это учебное заведение, когда еще была средняя школа милиции. Вот. И после определенного опыта в практических подразделениях я пришла, с удовольствием приняла предложение преподавателя на кафедре уголовного процесса и криминалистики. И вот уже более 10 лет я с огромным удовольствием делюсь с молодым поколением своим опытом, передаю вот полученные свои знания и умения. Я заканчивал этот вуз 85-87 года, еще в советское время. Приехал, как я уже ранее говорил, из Казахстана. Благодарен за то воспитание патриотическое, за те знания,
которые дали мне сегодня как и практического работника, и уже как руководителя этого учебного заведения. И те традиции, они сохранены и продолжаются. И основная задача – это, конечно, процесс обучения и патриотического воспитания. Знакомитых выпускников у институте ведают и памятают. У первом выпуску школы транспортной милиции были два героя Советского Союза. Шануют семьи выпускников установы, загинувших при выполнении службового обовязку. И, конечно, означают лепших. Повиншевать офицерский выкладческий состав выпускников и курсантов института. Особисто приехал министр внутренних справ Беларуси Иван Кубраков. Керовник ведомства подяковал керовництву за годное выхование будущих офицеров. Мы все прекрасно понимаем, что в ВУЗ приходят 17-летние парни и девушки, которые только что пришли из дома от маминых пирожков. И здесь, именно здесь, преподавательскому составу надо сделать так, чтобы каждый парень, каждая девушка понимали, что они уже стали сотрудниками милиции. Выполняя поставленные задачи перед органами внутренних дел, они имеют право на риск. Если будет необходимо для обеспечения безопасности граждан, они должны отдать самое дорогое – свою жизнь, но сберечь жизни других людей. Борьба со злочинностью актуальна во все часы и для всех краин. Тому важно иметь поддержку соправдных сябров, каб разом супротстоять наденным выкликам. Так теперь закладывается подмурок концепции безопасности союзной державы. И сегодняшние те вызовы и угрозы, которые сегодня вокруг нас, и мы видим, это Украина, это санкции, это то давление, которое на нас оказывают, оно, конечно, реально меняет обстановку. И сегодня наши две страны, мы в союзном государстве, мы должны выработать реальные условия, когда, как и где и каким образом мы будем обеспечивать безопасность наших граждан, безопасность наших стран. С нагоды юбилею выпускников, офицеров и лепших курсантов узнагородили юбилейными медалями. История старейшей установы эдукации Министерства внутренних справ Беларуси пишется далее. Кристина Каранкевич, Юрий Ауласцов, новин региона. В начале года цены на палево у Беларуси снижали 5 раз. У каждого выпадку палево танело на 1 копейку. Снижение кошту палива тлумачить несколькими причинами. У приватности связывают это с переводом разликов за поставки российской нафты с долларов США на российскую валюту. А кроме того, при формировании цены на палево увеличивается кошт нафты на сусветном рынке, где опошним часом назирается его снижение. Важно отзначить, что снижение цены на автомобильное палево сприяет снижению инфляции. Концерн «Белнафтохим» ранее нагадывал, что при плановом изменении цены на палево повышение и снижение кошту отбывается без резких скачков на 1 копейку за раз. По традиции, жыхары в области смогут звернуться с хвалюющими питаниями до представников улады. У субботу 8 красавіка прямые телефонные линии пройдут у Могилеве, Бобруйску, а так само во всех райвыконкамах Могилевщины. С 9 до 12 годин в Могилевском облвыконкаме прямую телефонную линию проведет наместник старшини облвыконкама Валерий Малашко. Коли у вас есть питания по социально-культурной сфере, идеологичной работе, эдукации и охове здоровья, телефонуйте. Номер у Могилеве 50 18 69. Так само можно выказать за уваги эти пропановы по сфере спорту и туризму, поздравления и гуманитарной деятельности. У Могилевским Харваканкаме у этот час ваше телефонование будет принимать наместник старшини Харваканкама Олег Стельмашок. А у Бобруйску прямую телефонную линию проведет Вольга Жук, наместник старшини Бобруйского Харваканкама. Суботник планует провести у Могилеве 8 красавіка. И он пройдет в рамках месячника по добраупорядкованні. Як повідомили у Могилевском гарвыконкаме, намаганнями организаций и предприятий областного центра планируется навести порядок на главных магистралях города и прилеглих до их территорий. Так само объектами субботника станут улицы, дворы, парки, скверы и промысловые зоны. Нададут особливую увагу и добропорядкованию мемориальных комплексов, местов боевой и воинской славы. У гарвыконкаме додали, что долучиться до субботника может любой жихар Могилева. А за необходимым инвентаром можно звернуться у свое ЖЭУ. Початок у 9.00. Могилевский державный экономичный промыслово-технологичный колледж 25 год перемагает в областном споборництве сярод установ прав эдукации Могилевской области. У чем секрет успеха навучальной установы, доведались наши корреспонденты.
Роўныя правы, роўныя магчымасці. Галоўнае правіла Магілёўскага дзяржаўнага эканамічнага прамыслова-тэхналагічнага каледжа. Гэтая ўстанова адукацыі – выдатны прыклад арганізацыі інклюзіўнага навучання. Вот уже 25 лет профессиональное образование детей с особыми образовательными потребностями, визитная карточка нашего колледжа. На сегодняшний день дети с особенностями развития получают профессионально-техническое и среднеспециальное образование в Центре профессиональной социальной реабилитации, в интегрированных группах колледжа и в дистанционном формате. Для детей, яким у силу здоровья складана вучиться вочно, у колледжа выкарыстовывают дистанционный формат навучания. Колледж дает магчимость отримать эдукацию усім без обмежеваний. Мы сейчас готовим дистанционно по специальностям оператор АВМ и техник-программист данную категорию учащихся. Их в этом учебном году обучается 16 человек. Поэтому, когда мы говорим, ведь самое главное, что каждый человек чувствует себя у нас значимым. 25 гадоў эканамічны прамыслова-тэхналагічны каледж займае лідыручыя пазіцыі сярод профільных устаноў. Тут рыхтуюць, напрыклад, страхавых агентаў, цырульнікаў, абутнікоў, швачак, сталяроў. Шырокі выбар прафесій штогод спрыяе павелічэнню колькасці абітурыентаў каледжа. Мне очень нравятся люди здесь. Все очень достойные специалисты. И все готовы помочь каждому. В нашем колледже очень хороший подход преподавателя к ученикам. Также у нас есть дети с особенностями, и им уделяют гораздо больше внимания, ну и нам тоже немаленькое внимание. И для каждого тут найдется свои какие-то увлечения, каждый может посещать студии, и всем это интересно. В любом успехе есть свой секрет, Секрет и в том, что колледж вот уже четверть века является лидирующим учреждением в системе профтехобразования. Самый важный секрет, который я вот сейчас открою, это то, что руководитель учреждения, он относится со вниманием к своим работникам. Вот, а работники это чувствуют. Ганна Петрова, Куминская, Леонид Сикорин. Новини региона. Масштабная ранішняя зарадка прайшла на Магілёўшчыне ў сусветны дзень здароўя. Такім здаровым флэшмобам пачалася раніца ва ўстановах прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Гэта стала часткай абласнога прафілактычнага праекта «Здаровая моладзь». Правильное дыхание, разогретые суставы. Так, сусветный день здоровья починают навученцы колледжа по всей Могилевской области. Например, у Могилевском державном колледже сферы обслуговывания на активный флешмоб собрались юнаки и девчаты из разных курсов и специальностей. Здоровый образ жизни – это в первую очередь твоя жизнь. Если ты будешь пить, курить, ну, это будет очень плохо для здоровья. А так, я считаю, что если ты будешь заниматься, ты будешь здоровым, сильным, крепким. Спорт – это важно очень. Это здоровье, во-первых, а здоровьем человеку жить. Спорт помогает избавиться от разных вредных привычек. И вообще в нашем колледже человек, который занимается спортом, очень принимается хорошо. Мы тоже ведем пропаганду здорового образа жизни и понимаем, что здоровая молодежь – это здоровая нация. То же самое думают и наши ребята. Мы надеемся, что это будет не только разовая акция, да, а все-таки вот этот вот навыки, которые формируются именно с зарядки, войдут в обязанности каждого учащегося начинать свой день с зарядки. Такая, сдавалась бы, простая, але корыстная звычка, як зарядка, формируя у молоди основные навыки активного ладу життя. Ганна Петрова-Куминская, Александр Артемьев. Новини региона. І пры надвор'я воблачны з праясненнямі часам ападкі прагназуюць сіноптыкі на суботу. Вецер да 14 метраў за секунду. Тэмпературны фон уначы плюс 3, плюс 8 градусаў, удзень ад 12 да 17 са знакам плюс. У неделю без изменения у часом опадки ветер не надто, але порывистый. И температурный фон у день 12-17 градусов тепла. С понеделка слупок термометра крыху опустится. У день чакается плюс 11, плюс 16 градусов. Так само короткочасовые опадки, але уже практично без ветру. И такий характер на дворе заховается до середины тыдня. Актуальные новины в области на нашем сайте и в телеграм-канале «Беларусь 4 Могилёў». Долучайтесь, а так само глядите нас у социальных сетках. Я на этом с вами развитываюсь. Бережите себя. До встречи.